Сегодня в стенах Кустанайского социально-технического университета имени академика Зулхарне Алдамжара Жалыбин Сергей Михайлович представил публике свою новую книгу «От казачьей станицы до казахской столицы». По словам автора, на работу данного произведения у него ушло около 3 лет. Прийти поздравить автора с завершением работы над очередной книгой пришли сегодня известные личности, среди которых ветераны труда, опытные журналисты, политические деятели. Каждое мгновение. И еще на жизненном пути ты теряешь многое. Мечты, друзей, иллюзии. Но запомни главное, не теряй веру. По словам автора, для него данная работа является пусть далеко и не первой, однако для ее создания потребовалось гораздо больших усилий и времени. Писал в свободное время, когда появлялась минутка по системе Александра Дюма. Он говорил, в любое время, как хотите, но в один день одну страницу вы должны написать. Так я и делал. И в итоге вот получилась книга, которую я сегодня хочу представить нашей общественности. Кардинальные политические и экономические перемены последнего десятилетия подтолкнули написать книгу. В недавнем прошлом Сергей Жалыбин является депутатом Мажилиса и парламента Республики Казахстан, в которых председательствовал в комитетах по законодательству и судебно-правовой форме. Сейчас он директор Института экономики и права при Кустанайском социально-техническом университете, доктор юридических наук, профессор. Я был непосредственным участником этих событий и попытался в книге вот эти события в динамике изложить. Там затронуты не только позитивные, но и негативные ситуации, которые имели место в нашем развитии. Но как это все будет воспринято читателям, судить, конечно, не мне. Посмотрим, что скажут люди. Работу Сергея Жалыбина оценили его коллеги. Одним из них является член Союза журналистов Казахстана, почетный гражданин Кустанайской области Сергей Васильевич Харченко. Я бы ему хотел, в первую очередь, сейчас, когда в жизни многое достигнуто, пожелать ему крепкого здоровья, его семье, вот, его супруге, которую я знаю много лет. В ходе мероприятия Сергея Михайловича также поздравил секретарь Кустанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов. Сергей Михайлович, вы это все сделали для нас. Это, наверное, меньше вам нужно, больше нам, кустанайцам, вот, будущим профессорам, будущим ученикам, студентам, которые здесь находятся. В первую очередь, пример подражания. Вот, как нужно сделать так, чтобы с маленькой станицы или там, с поселка, с этого дойти до столицы и быть одним из главных людей. В своих мемуарах Сергей Михайлович Жалыбин рассказывает о воспоминаниях из жизни, о том времени, когда Казахстан был провозглашен независимым государством, когда страна переходила на новый путь экономического развития. Олжас Сапаржанов, Руслан Джабаев, телеканал «Кустанай».